Выговорю. О! Это как будто хор. Всем привет! Вы на канале Крошка Сю! Ура! Сегодня мы делаем такую вкусную корзинку с Орео, Барни и шоколадкой. Да. Для этого нам понадобится корзинка, ленточка, шпажки. Ножницы такие специальные, я ими буду обрезать вот эти вот шпажки, потому что они длинные, в корзинку не влезет. Давай приступать, Ксюша. Да. Распакуем одну упаковку Барни. Я распакую шоколадки. А я Орео и Барни. Какая попадет эта новая серия? Тут какие-то спортсмены, танцоры. Сноубордист, конькобежец, хоккеист, вот сюда надо биатлонист. Сюда вот надо такие. Это зимняя олимпиада. А я Орео теперь открываю. Сезон зимнего спорта с Барни. Даже убрать. Распаковывай аккуратненько Барни, доставай оттуда. А что аккуратненько? Ну, может, не аккуратно, может, разбрасывать. Это как нежно. Ой. Так оставь его на пока на бумажке. На бумажке. Чтобы не вымазать. Ну просто вот распакуй с бумажечки и складывай здесь где-нибудь. Ну или там. Ну, здесь. А потом еще Орео распакуй. А потом Орео. А эти шпажки ломаются. Поставьте лайк, кто любит Орео. Я очень люблю. Особенно на вкус шоколад. Я тоже очень люблю. Ох, чупа-чупс. Кто не любит Орео, не расстраивайся. Нет, ты, папа, отлично. Они, значит, тот, кто не любит Орео, значит, они его просто не пробовали. Да? Я думаю, что да. О, смотри, как я аккуратно. Корзинка, вот такая вот корзинка, а там внутри находится пенопласт. Мы вот насаживаем на шпажки печеньки и Барни и вставляем в этот пенопласт. Пап, может быть, уже хватит? Вот пока вот давай две. Я думаю, что хватит. Авария. Вставляю следующую. Мне вот так. О, вот так вот получается. Дай-ка мне тоже ставить, Орео. А я пока куски ем. Начинает получаться. Сейчас нужно, наверное, все-таки еще одного Барни посадить на место. Барни, он самый главный. Медвежонок Барни. Барни. Папа. Вот так. И мы его немножко можно вот так вот поправлять. Как он стоит. О. Держится? Ну как это? Два. А кто так делает? Классик. Где в классе? Модельный. Вот такие мишки у нас выглядывают из корзинки. Это как чупа-чупс. Черный чупа-чупс. Не ломается. А то я так сломала, что она в развалюхина превратилась. Помогите. Помогите. Витя, надо выйти. Остановите. Витя, надо выйти. А где? Ну, Орео. Я поставил уже Орео. Все нормально. Норм. О, видишь, как у тебя хорошо получается. Остановите. Вот палочка. Или это маленькая? Не подойдет. Или не подойдет. Орео. Еще нужен один Барни, Ксюш. Последний Барни? Или, наверное, еще два. Вот нам, наверное, Барни сейчас только и нужны. Еще открываем. И новое. Еще новые какие-то будут наклейки. Ой. Олимпиада.
Сейчас, наверное, а нет, другое. Давай ни одного Барби. Такая же. Две одинаковые коробки. Папа, может, давай сюда. Здесь мы ленточку прикрепим. А что все распаковать? Ну и распакуй. Эй! Вот где? Вот где? Папа, их нету. Медведи где живут? В лесу. В лесу. Ау! Ау! Где медведи? Ау! А-а-а, сейчас зима, они в зимней спячке. Точно. Черная вся в печенюшке. Сейчас завяжем мы еще ленточку. Я завяжу. Да? Вот такой Ксюша завязала бантик. Классно получилось. Да, прикольно. Такой большой, хороший, красивый. И вот такая вот получилась у нас корзиночка. Это как будто хор. Подписывайтесь на канал Крошка Ксю и ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока.